Саяногорский аэродром на время затянуло дымом от горящей резины. Проехать трассу в 402 метра собралось два десятка гонщиков со всей Хакасии. На кону звание самого быстрого авто и самого умелого пилота. Гонки проходят в четырех классах в зависимости от объема двигателя. Первыми лошадями под капотом начали мериться спорткары с небольшим объемом двигателя и малым весом. Абакан в этом классе занял первое место. Японская Honda S2000 оказалась самой быстрой. Зрители на время затихли. На трассе старый советский «Москвич», но полностью переделанный. Двигатель с турбиной выдавал мощность практически как у «КамАЗа». Русский спорткар чуть не занял первое место в своем классе, но в последний момент выбыл. Серьезные поломки после заезда. Кстати, такие организованные гонки в Хакасии – новинка. Каждый приехал со своей целью, и это не обязательно заветные доли секунд на финише. Выплеснуть адреналин, сжечь резины, пару комплектов, я не знаю, бензина сжечь. Время провести время со знакомыми, с друзьями. По итогам заезда в трех классах абаканские пилоты показали лучшие результаты. Кстати, как признались гонщики, соревнования пришлись по душе правительству республики, и власть подумывает в этом году положить на Саяногорском аэродроме новый асфальт, чтобы гоняться было комфортнее. Руслан Романов, Евгений Сульбереков. Новости. 7-й телеканал.